России заблокировали Google. Пользователи сообщают о сбоях в работе нескольких сервисов. Проблемы ощутили банки, интернет-магазины и платежные системы. В Роскомнадзоре поясняют, что таким образом они борются с мессенджером Telegram. В понедельник Таганский суд внес его в реестр запрещенных сайтов, а Google, вопреки решению суда, позволяет Telegram обходить блокировку. В самой компании Google заявили о том, что знают о проблемах и разбираются сейчас с жалобами пользователей.